I like the way he lifts. I kind of noticed him a few years ago, and I noticed that he always fights through the lifts. He can grind a lift. He just seems like he has a lot of raw strength and brute strength. He always makes his lift, and he always good technique. He's always one of the guys who is fighting for the top position. Konovalyov is a very good overall power lifter. He has a huge squat, he has a huge deadlift, and he's also a very good bench presser. Мы с Андреем первый раз я его увидел в 2009 году на чемпионате мира по юниорам. Сразу он, конечно, удивил. Тонну 65 он тогда собрал. Естественно, был на голову выше всех нас. Should be a good lift. And wow! That is impressive. Wow. A new world record. And 1100. And he is happy right now. It ain't okay, easy to beat now, him now. It ain't easy to beat him. I don't know. I think we have the winner right there. Он настолько серьезно относится к своему спорту, что я даже всегда шучу, что у него самая большая любовь в жизни – это железо. Он живет этим. Ты представляешь, в таком ритме, в котором он живет, столько работать. И каждый раз, даже после такого трудного дня, у него сейчас очень серьезный график с его руководящей должностью, так скажем. Вот. Все равно ехать в этот зал и там отдыхать. Он реально отдыхает с этой штангой, он отдыхает там, слава богу. Да, номер верный. Если будут у вас какие-то толковые ребята, повторюсь, и на четвертак тоже я посмотрю, возьму. Ух ты. Вот 9 час вечера. Опять же, незапланированные задержки на работе. Не дают возможности вовремя тренироваться, но вот нам ничто не помешает быть сильными и провести полноценную тренировку. Тренировочные дни он дома бывает 11 минут 10, 15, 12. Это надо настолько любить свой спорт, настолько ему отдаваться, настолько ему быть верным, чтобы вот в таком графике не бросать свой спорт. Мало того, что он его не бросает, он еще и прогрессирует, и будет прогрессировать, я в этом уверен. Вот сейчас мы, к слову, про работу едем на базу, там же у нас офисы, база, автохозяйство. Работа 24 часа в сутки, 360 дней в году, потому что сфера таких вот грузоперевозок негабаритных, да, тяжеловесных, это и работа в том числе в транспортной сфере, на режимных объектах, здесь время идет на часы, то есть есть часовая ставка крана, да, за работу, и все время является таким моментом спорным, да, заказчик все время хочет поменьше заплатить, мы хотим, соответственно, получить более справедливые цены, ну и плюс такие стрессовые ситуации, потому что нестандартные работы проводим очень часто.
Это могут позвонить в 2 ночи и в 3 ночи. А в целом, ну, работа по загрузке, она никогда не заканчивается. Я всегда больше, чем времени. Поэтому стараюсь, конечно, где-то в рамках трудового законодательства работать, да. Ну, получается, не всегда по выходным дома быть и не всегда вечером заниматься, к сожалению, тренировками и всем остальным. Но нормально, я считаю, пока возраст, здоровье позволяет, надо этим заниматься. Наша группа компаний, да, называется Benchmark. Вот наше автохозяйство. Вкратце экскурсию могу начать по интересным моментам. Вот мы видим оранжевые домкраты, это элементы портального крана. Грузоподъемность 1000 тонн. Поэтому вот таким оборудованием работаем. Далее идет автохозяйство наше. Да, негабаритные, перевозки негабаритных грузов, то есть до 100 тонн мы перевозим грузы. Да, автопарк не старше 2009 года. Volvo и прицепы, как правило, Faymanville голландские, то есть это своеобразная техника. Ну и я больше-то хочу рассказать вот об этом красавце. Это наш флагман, соответственно, 250-тонный кран, грузоподъемностью 250 тонн, стрела 80 метров, то есть такая техника для нашего региона, ну, в своем вроде уникальная, да. Для России-то я бы не сказал, но вот для нашего региона, да. Это офис компании, отстроили мы его в этом году. Очень рады, что переехали наконец-то в свое. Сейчас у нас первый этаж сдан, подвал достраивается, там будет столовая, что меня не может не радовать, кафе. Да, все под боком. И там даже есть планы небольшой зал организовать, чтобы помимо работы еще и здоровьем заниматься. То есть там ЛФК, штанги я там поднимать не буду, чтобы это здание долго стояло и работало. Ну вот и наш скромный кабинет. Пока у нас, как я говорил, первый этаж сдан. Все в одном кабинете находимся. Ну вот такие модельки, собственно, чтобы мы не забывали, чем мы занимаемся. Вот здесь проходят многие часы, совещания. Да, достаточно активные. И вот здесь вот можно показать, что все-таки сейчас Инна Филимонова мне напоминает о том, что ни одной работы едины. Март месяц у нас уже апрель. Вот Аня Рыжкова, которая живет в 100 километрах от меня. Мало ли чего хочу. Ну, вот так вот у нас. Ну, хотел, конечно, хочу. Хочу. Хочу, чтобы он больше отдыхал. Морально, по крайней мере. Ну, это есть присказка такая. Ну, я хотел бы взять пару отгулов, чтобы познакомиться с детьми. Вот. Это все чаще у меня. Хоть с детьми своими познакомлюсь. В 2010 году я, наверное, 3 раза за полгода менял работу. Это были последствия кризиса 2008 года, когда вот в бизнесе продаж оборудования, которым я работал, наступил системный кризис. Я скитался по некоторым работам, и, собственно, это была молодая семья. Мы на тот момент были женаты год, и родился Данил, старший сын. И такое время было тяжелое. Поэтому у меня это очень четко отложилось в памяти, что есть маленький ребенок, есть жена в декрете, и надо их кормить. И когда есть финансовые проблемы, это очень тяжко переживается. Поэтому, может быть, где-то лучше поработать на надегу, но потом наступит золотое время. Четвертого десятка лет можно будет заниматься только спортом и посвящать семье много времени. Но это ирония, конечно. Но по большому счету я далек от мысли, что вот полдня проводить каждый день с семьей, и, наверное, это будет немножко попозже.
касаемо жизни, семейной нашей жизни, я просто себя чувствую, ощущаю, как, знаешь, практически как за каменной стеной, потому что, знаешь, что у меня всегда все будет хорошо. Я всегда знаю, что он все сделает ради нас с мальчиками. Плюс еще ко всему, что он там тренируется, работает и так далее, он у нас еще ходит по магазинам. Я не знаю, что такое магазин. Я не знаю, сколько стоит хлеб. Ну, потому что мы как бы живем в частном секторе, магазины от нас далеко, а продуктов мне нужно много. Если я сама пойду, много я не принесу. Соответственно, ездит Андрюша на машине, привозит по 3-4 пакета. У него уже точки на рынке, в супермаркете. Готовлю я много и каждый день. У меня всегда есть первое. У меня всегда практически есть два гарнира в холодильнике. Питаемся мы очень разнообразно. Не потому что я так хочу, а потому что так надо. У меня мама повар, поэтому у меня по-другому быть не могло тоже. Я как бы выросла в такой семье, в которой тоже всегда было очень разнообразное питание. Поэтому меня приучили. Не он меня приучил, а я его приучила к хорошему. Но он был согласен. Он только регулирует объем. Да. Но я знаю примерно все объемы, в которых он потребляет уже, конечно. Если он приезжает домой на обед, то это первое обязательно. То есть это либо щи, либо это куриный суп. И второе – это мясо с картошкой, например. То есть там какое-то мясо и гарнир. Чай не менее 2 стаканов и очень много сладкого. Он очень сластеный, большой. Он всегда, плюс еще на рынке, покупает всякие разные. Не в супермаркетах, а именно на рынке. Берет хорошие конфеты с хорошим шоколадом. Он сластеный. Не, конечно, не очень рада этому, потому что у меня дома всегда присутствует очень много сладкого, я постоянно себя ограничиваю, да. Закончил по той причине, что нет свободного времени. И заметил я, что если просто дарить эти знания, то их достаточно мало, слабо ценят. Это такой мотивирующий фактор. Вот, есть несколько ребят в зале, которые приходят на персональные тренировки. Ну и сейчас 2 спортсмена, которых я веду все еще на альтруистических началах. То есть я вижу, что ребята как бы растут. Это Сергей Каюин, юниор, вышедший из юниорского возраста, в этом году выходящий. И Оксана Кратаева, которая переехала в Самару учиться в Сыктывкара. И вот уже несколько стартов мы отработали совместно. Ну, сумасшедший прогресс в приседе. Он мне технику исправил полностью в жиме,
в тяге сейчас работаем. В приседе я, когда к нему пришла, я 160 вставала через раз. Сейчас у меня лучший присед 185 в экстремен России. Жим у меня был там лучше 85, сейчас я 107 жму. И подача туда столкнулся, он встает! Хорошо. Я веду ряд ребят дистанционно, консультирую по скайпу, помогаю в подготовках, делаю это на коммерческой основе. Чем ближе к штанге к груди, тем больше напрягаешь мозг. И ты должен как-то вот на фундамент гранитный опустить, чтобы потом одним импульсом одних рук, как тебе кажется, да, ты ее должен снять. Но на самом деле это будет импульс всего тела. Потому что жесткие руки на жестком мосту – это уже, собственно, работа всем туловища. Ну да, поза какающей собаки, конечно, превалирует. Третий подход базовой тяги. Первые два повтора ты сделал хорошо. А потом начал то внизу обкатываться сильно. Ну, это наработка. Будет наработка. Ты там занимаешься без месяца маленько, образно говоря. Поэтому все не сразу. То есть бинт коленный пополам делаешь, вот эту махру растянутую убираешь, и ногу липучки. То есть у тебя получится несколько мотков. Соответственно, если не нужна жесткая намотка, ты просто легенько мотаешь. Если она жесткая, как бы сделаешь хорошее количество мотков. Детей. Данила, старший сын, 5 лет ему исполнилось вот меньше, чем месяц назад. И Захару, ему 1.5 года. Вот такой у меня генофонд. Моя гордость. А я не вижу, где он там едет. Ты рад, когда папа домой приезжает? Угу. Почему? Настольный футбол. С ним? Угу. А кто лучше играет? Папа, потому что он меня обыгрывает. Вот у меня там тут старший сын, он, видишь, тоже такой. То есть, ну, понятно, что дети, там 5 лет, уже очень тяжело говорить, но уже виден характер, который у него будет. И я говорю, там, например, жене, что ну вот видишь, она говорит, как же мы дальше будем, он же будет такой противоречивый и как бы настырный. Я говорю, вот если на это все наложить правильную настройку, воспитание, умение добиваться, трудолюбие, то, собственно, и получается чемпион мира. То есть, если бы я не был подобного характера склада, может быть, я и не добился таких высот. Если бы я был там педантичным, посмотрел в точку, эмоции все в себе, может быть, я и не выплеснулся настолько. То есть, я считаю, что эта черта характера, она раскрыла через спорт меня как личность. То есть, я вот в этой формуле однозначно уверен. Я себе говорил, приходя в зал, я профессионал. То есть я пришел не просто поднимать железо, быть сильным, прогрессировать. У меня есть цель добиться больших высот в спорте. Я профессионал, то есть я должен бережно относиться к своему здоровью, не ловить сквозняки, вытачивать технику, поднимать веса согласно плану и ждать вот этой волны, вот этого прогресса. И это должно прийти не потому, что я талантливый, я там правильную систему тренировок заработал, а потому что я профессионально отношусь к этому делу. И все вот эти глупости, да, по отвлечениям, вот они оставались за мной, потому что вот есть штанга на стойке, есть определенное количество подходов, каждый разминочный подход – это ступенька для того, чтобы выйти на результат конкретной тренировки, и потом из этих тренировок составляется эталон победы.
Если он что-то пытается делать, он упорно сражается на этом поприще, нервничает, если не получается. Но, как правило, у него получалось. Упрямый. Он всегда отбивается практически своего. Он в детстве разные секции попробовал тоже. Ходил в секцию футбола, потом греблей немножко занимался. Летний биатлон как-то попробовал. Когда я пришел в спорт, мне легко не давалось. То есть я пришел, у меня была травма подгушлятора, болезнь, это воспаление костных тканей, надкостница под коленом. То есть когда связки не успевают за ростом костей и воспаляются. И это привело просто к тому, что я полтора года хромал и подплыл. Это, собственно, было причиной того, что я пошел в зал в свое время, чтобы подправить фигуру. И ноги не могли долго набрать мяса. И я, когда первый раз просто приседал, я 40 килограмм не мог присесть, ну, не мог. Хотя был там, ну, 77 килограмм веса, не был худым, то есть на ногах, ну, не был таким скелетом, что ли, да. Хотя некоторые ребята, которые там 50 килограмм весят, спокойно там со старта вешают 80 и начинают с ними работать. Первый раз придя в зал. Поэтому, я думаю, у меня не было настолько предрасположенности. Но потом, когда я начал грузиться тренировками, когда я пропахался года 2-3, естественно, я ощутил, что есть во мне силушка, что можно ее немножко побольше из себя почерпать. Поэтому я скажу, может быть, она и была врожденная предрасположенность, да, к этому виду спорта, к силовому спорту. Но, но ее надо было нащупать. Она не была на поверхности. График, особенно в последнее время, встает он где-нибудь там часов 7:30. Вот. Потом 8:30 уезжает на работу. Приезжает, ну, в лучшем случае 8:30. Последнее время за неделю, дня 2 точно, 3 он где-нибудь в соседнем городе. Последнее время это Уфа. Там у них какой-то объект. В тренировочные дни он дома бывает 11 минут, 10, 15, 12. Мы вместе 11 лет, 6 из которых официально в браке. Меня все устраивает. И если бы мне, знаешь, еще кто-нибудь сказал бы там, а выйдешь ли ты за него замуж еще раз, я бы не задумываясь сказала, да. В зале он у меня появился в 2011 году. То есть пришел он в мой зал присмотреться, пойдет, не пойдет. Потихонечку мы начали притираться. Ну и в конечном итоге, я надеюсь, у нас получился неплохой тандем. Тренер-спортсмен. Мне очень легко с ним. Вот прям вот до такой степени легко, что я сам себе завидую. Потому что такого спортсмена прям любо-дорого пожелать любому тренеру. Он сильный как спортсмен в том плане, что он себя очень хорошо знает. Очень хорошо знает. То есть достаточно просто рядом постоять и сказать: Андрей, вот в этом, вот этом ты
исключительно прав. А потом помогать ему в работе. Здесь скажу в адрес своего тренера. Он все время очень тоталитарен в плане доседа. Заявляет это. Можешь уже задницей в пол садиться. Вроде, ну куда там глубже? Ну там уже экипировка еле-еле продавливается. Ты вроде прошел все. Нет. Можешь лучше. Можешь лучше. Я от него слышу. Так, ниже, ниже, стоп, пониже, коленочки разводи так, ниже, ниже, стоп, ноги, ноги, получить контракт пауэрлифтеру с не просто магазином спортивного питания, как это часто бывает в регионах, а предложить партнерство, да, которое было бы взаимно интересно. Это все случилось чуть больше года назад. На тот момент это была сеть магазинов спортивного питания, розничная и оптовая продажа. И достаточно быстро это все переросло в собственное производство. Идея мне сама понравилась, что есть самарская компания, люди, которые мне понятны и знакомы, и можно быть обеспеченным спортивным питанием и в дальнейшем развивать это партнерство и быть выгодным друг другу. Я попробовал, продегустировал, прежде чем говорить и заявлять, что я готов быть в команде Атэч. И мне эти продукты, ну, достаточно хорошо легли на усвояемость. Я не был ограничен в количестве спортивного питания, усвояемость была хорошая. То есть где-то я чуть побольше, например, БЦА ел, да, где-то побольше креатина, но общий эффект меня устраивал, поэтому я могу совершенно откровенно сказать, что уже больше года я готовлюсь исключительно на этом питании, за исключением там тех специфических добавок, там бустеры тестостерона, да, какие-то сложные креатиновые формулы, которые нет в АТЭЧ, я немножко этим добавляю в свой рацион спортивного питания. Это классика. Креатин, моногидрат, БЦА, протеины, гейнеры. То есть это не какие-то ноу-хау, которые там обещают безумный рост. Это классика жанра. Поэтому что-то необыкновенное я от спортивного питания не жду. Я знаю, что мне надо там повышать белковую составляющую, я знаю, что моногидрат, кератин на мне работает, то есть это рабочая добавка. Ну вот L-карнитин я еще употребляю как стимулятор обменных веществ, не как же разжигатель, потому что, ну, это ничтожно, да, для моих объемов. Мне важно, чтобы функция сердечно-сосудистой системы работала активно, и обмен веществ несколько ускорялся, эта добавка мне помогает. Поэтому питание, линейка мне абсолютно понятная. АТЭЧ не стремится к тому, чтобы, ну, сделать там 100 наименований продуктов. Это правильно, и в принципе рынок это подтверждает, судя по их продажам, по их популярности в региональной сети. Я знаю, что я потребляю, какое питание, как оно на мне работает, я в этом уверен. Я не бегаю по улицам с флагом и говорю, вот только такое питание, никакое другое. Я своим примером показываю, что, ну вот, на моем примере можно убедиться, что данный бренд работает. Насколько хорошо, решать каждому. Попробуйте и узнайте. Рынок спортивного питания – это перспективный рынок. Об этом говорит как раз тот факт, что появляются российские производители, пускай там не полного цикла, но так или иначе именно производители спортивного питания, которые выживают этих кустарщиков, которые принимают там несколько мешков там с протеином и там половником фасоидов в банке, что есть в каждом городе на самом деле, и мне, к сожалению, это неудивительно наблюдать. Но они вытесняются подходом именно производства, упаковки, контролем качества. Можно громко кричать, но время, оно растает все по своим местам. Поэтому я спокойно воспринимал эту критику, да, в адрес российских производителей спортивного питания.
И я не удивлюсь, что если вскоре мы узнаем, что уже импортные лаборатории, да, зарубежные лаборатории будут тестировать российское питание на качество. Это рынок, и, как в кавычках, на войне все средства хороши. Но я, опять же, спокойно смотрю на это. Я знаю, что я потребляю, какое питание, как оно на мне работает. Я в этом уверен. Творится. Необычайно легко справляется с этим весом Андрей Коновалов. Он третий раз уже улучшает мировой рекорд в сумме троеборья. И вот 357,5 килограммов. И еще один мировой рекорд в троеборье. 1177,5 килограммов. Чтобы выиграть всемирные игры, мы понимали с Андреем, что надо выигрывать у Тесцова 30 килограмм к мировому рекорду. И когда это получилось, ну, незабываемое чувство. Я думаю, в первую очередь для него, но находясь там, я радовался так же, как и он. Да, я подошел к стене, и две стены этой большой арены, они многометровые, были из жалюзи, да, которые, то есть, можно было смотреть. Мне дул ветер в лицо, и я прокручивал то, что случилось, и меня пробило на слезы. Скупые мужские слезы, и вот это, наверное, самое яркое впечатление от этих игр, что вот одновременно я сбросил этот груз, что дотащил это моральное напряжение, и все, и можно его отпускать, и победа. Конечно, серьезное событие в моей спортивной биографии и в жизни в целом. Соревновались мы по формуле Уилкса. Мало было выиграть, надо было еще привезти 30 килограмм. И он был фаворитом, и я на этом психологическую борьбу построил, тактическую борьбу, и это очень много мне дало. Но то, что Андрей должен показать этот результат, и мы съехали именно с этим настроем. Исключительно с этим. То есть не с тем, что может быть, а мы ехали выигрывать эти 130 килограмм. Какой вывод сделал, что в Пуэрто-Рико я ездил бороться за первое место, а в Всемирной игре ехал побеждать. Это был эмоциональный настрой, и это было важно выходить на попытки с чувством, что ты идешь к победе. Что ты не борешься за победу, а ты идешь к победе. Это очень серьезно эмоциональную накачку давало. Сейчас вес на штанге 360 килограммов. Но для украинца этот вес оказывается неподъемным. Это означает, что Андрей Коновалов приносит команде России золотую медаль в супертяжелой весовой категории. Виктор Тесцов в итоге завоевывает серебряную медаль. То, что он там сделал, это была фантастика. Он своим соперникам показал, на какие веса можно уходить. И они после этого резко начали прибавлять. То есть, если может Андрей, почему не они? И они начали прибавлять.
Коновалов готовился и очень серьезно готовился, был в хорошей форме. Чуть больше месяца назад поступил звонок прямо с тренировки от них. Звонил тренер Саша его. Сказал, что у нас, к сожалению, произошла очень большая неприятность. Делали тягу спринтов, не очень большой вес, 345. И выскочил позвонок, поясница. Мы, говорит, предупреждаем сразу, вдруг что, чтобы нас потом не винили, если мы не сможем быть готовы. Я им дал время не паниковать, полечиться. И у них было 3 недели на то, чтобы решить, смогут они выступать или нет. Когда был кубок в Орле, последний звонок я ему сделал, говорю, свое мнение скажите, сможете вы с норвежцем бороться? Нет, нам другое не интересует. Но на следующий день попробовали тянуть. Вдруг он вечером мне звонит, я еду, у меня тут проблемы со здоровьем. Приехал на автомобиле, попросил меня выйти и помочь ему выбраться из кабины. Он просто не мог ни опереться, ни скоординироваться. Самостоятельно не смог выбраться из кабины. Вот. Ехал сюда, он мне показал 5-литровую бутылку с водой, положил под спину и как-то вот выскользнулся, выскользнул с моей помощью из кабины и буквально дополз до постели вот сюда на первом этаже. Острая боль, вот, перемещаться не мог. Вот, но к утру немножко отлежался, созвонился и сам поехал к врачу. Осень 2014 года я вообще никогда не забуду. Это был какой-то вообще один сплошной кромешный ад для нашей семьи. У меня жена была в больнице на тот момент. У нее были там вопросы по зрению, очень серьезные проблемы были. Слава Богу, все разрешилось благополучно. При этом у меня еще 2 детей, один из которых там на тот момент на грудном вскармливании был, 8-месячный. 10 сентября, в тот день, когда мне пооперировали глаз, он мне позвонил, просто спросил, как мои дела. Я сказала, что все нормально, и произнес такую... Я говорю, а как у тебя дела? Он мне произнес такую фразу, после которой я вообще чуть не упала в обморок. Он говорит, у меня такое ощущение, что у меня ноги отнялись. Если учитывать на тот момент мое состояние, когда у меня половина головы забинтованная и на правый глаз я не вижу, это был кромешный ад для меня. На следующий день, конечно, когда его уже отвезли и сделали там МРТ и все остальное, стало понятно, что это не все так плохо, как мне казалось на тот момент. Когда ты сказал, что ты бессмертный, да, что ты разгадал эту карту мира, теперь можешь почивать на лаврах не вот звездности, а то, что в любой момент можешь мобилизоваться, и тебе хоть бы что. Что ты можешь любые веса на подготовке делать. То есть поставил себе цель, там, образно, присесть 480, и хоть бы что ты это присядешь. Вот эта обманка, она, конечно, меня подвела. И я стал меньше обращать внимание где-то на совместимость графика работы с тренировками, возможности поднимать все больше веса без работы над какими-то изношенными системами, группами мышц, связок. Что-то вот здесь у меня, конечно, притупилось, что, по сути, одной из причин травмы мне послужило. Я больше всего переживал, что он все-таки не сможет победить свои амбиции и все-таки не снимется с этих соревнований. Только я знаю, что ему стоило сняться с чемпионата мира в Америке. Это было очень сложное решение для него. Просто очень сложное решение. Это было, наверное, самое сложное решение вообще в его жизни. Он мог как поднять, так и приехать оттуда еще больше поломанным. Форма у него была хорошая, да? На тот момент, на момент травмы он был в идеальной форме. И он постоянно говорил, что я прогрессирую, у меня прет. Все было хорошо.
Я откровенно могу сказать, если Витя ушел, да, в дисквалификации, если и Норвег бы ушел, то, ну, я, конечно, не откажусь, я поехал на чемпионат мира. Было бы намного проще его выиграть, но уже нет такой и сладости победы возможной. I expect that he's training very hard and will come back stronger, of course. So he will be very hard to beat in World Championship in November. Ну да, сильные соперники заставляют прогрессировать, и это выход же, ну, невозможный, по сути, да, вот эти мировые рекорды, которые за там 3 года на 150 килограмм в сумме выросли, там, ну, 130. Yeah, you know, that's impossible to say, but I think the winner should lift around the 1250, I think. Никто не знает, в какой я буду форме, ни я сам, ни мои конкуренты. А работать со второго номера и рушить чемпионы — это намного интереснее, сочнее, приятнее.